І на пенсіі можна цікаво і плённо проводзіць вольны час. У гэтым пераканаліся жыхары аграгарадка Лапатічы Слаўгарадскага района. Больш за 30 чалавек наведваюць аддзяленні дзённага знаходжання для пажылых. У камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Магілёўскага аблвыканкама ўдакладнілі, Лапатічы ў гэтым сэнсе унікальны аграгарадок. Ён адзіны ў вобласці і сельскі населены пункт, дзе працуе падобная установа. Усяго на Магілёўшчыне 15 аддзяленняў дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту. И створены яны у городах. Человеку нужно развиваться и так, чтобы было это все, как говорится, отдушина какая-то должна быть. Все нравится, все кажется для души, для тела, все отдыхаем как положено. Это для всего. Для общения, для здоровья. А зарегистрировано у нас в отделении 30 граждан пожилого возраста. Если сказать просто, для чего нужно это отделение, это ну, как бы для организации досуга пожилых граждан. Мы организовываем на базе отделения мероприятия и досуговые, и спортивные, и культурно-массовые. Также мы еще принимаем участие в региональных и областных смотрах, конкурсах разной направленности.